Одели мы шею в шейное отверстие. Теперь подтягиваем вот эти две ниточки и завязываем. И прячем ниточку вовнутрь. Вот таким вот образом мы закрепили шею. Голова у нас теперь поворотная. Мы можем ее поворачивать. И она закреплена. То есть она не соскочит. Здесь у нас будет паричок. Этого ничего не будет видно. Вот таким вот образом мы закрепили голову. И она у нас может вращаться, повернуться направо, налево. Можно за счет гибкого каркаса можно ее приподнять, голову опустить, на бок наклонить. То есть это уже на вашу фантазию. Вот таким вот образом. Ну а сейчас мы, наверное, начнем вязать паричок для нашей куколки. Волосы нашей куколки я буду вязать Гималай Лана Люкс. Вот такая вот будет серая пряжа. Вот здесь у нас 50 акрил, 50 шерсть. Цвет у меня 74812. И в 100 граммах у меня 210 метров. Крючком буду вязать 2,5. Начинаю я вязать... Вы будете вязать шапочку такую самостоятельно. Мы будем провязывать вот такой вот паричок, вот такого размера по кругу. То есть мы будем делать, как обычные, голову вяжем, да? Начнем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Первый ряд будет у нас 6 прибавок. У нас получится 12 столбиков, потом мы будем делать прибавку через 1 столбик, 6 раз повторяем, будет 18 столбиков. Потом прибавку будем делать через 2 столбика, 6 раз и так далее, постепенно увеличивая. И примерять будем на голову нашей куколки. Как вы только считаете, что этого будет достаточно, мы останавливаем вязание и начнем вязать волосики. Поэтому провязываем, делаем самостоятельно шапочку. Связала я вот такую шапочку. Значит, как я ее вязала? В кольцо амигуруми 6 столбиков без накида, потом 6 прибавок, потом делаем 6 прибавок через 1 столбик, следующий ряд через 2 столбика прибавка, через 3 столбика прибавка, через 4 столбика прибавка, через 5 столбиков прибавка, через 6 столбиков прибавка, через 7 столбиков прибавка, через 8 столбиков прибавка, через 9 столбиков прибавка и повторяем по 6 раз. И у меня в ряду получилось 66 столбиков. Далее я провязала без изменений 10 рядов. И у нас получилась вот такая шапочка.
Сейчас мы ее примерим к нашей куколке. Вы же, примеряя, может быть, у вас будет чуть меньше, чуть больше. Зависит от того, какая у вас была выбрана пряжа, которую вы вязали куклу. Вот таким вот образом у нас получается основа паричка. Начало ряда у нас сзади, строго сзади. Здесь мы сейчас определимся, будем делать ей челку. Поэтому сейчас я возьму маркер и отмечу вот иголочку с ниточкой и просто померяем, где у нас будет челка. Ну, где-то вот так вот у нас будет челка. То есть я здесь покажу, что здесь вот у меня пойдут короткие уже прядки. Я просто помечу, что до сих пор, да? Потом мы эту ниточку вытащим. И с другой стороны помечу. Ну, примерно вот здесь. Сделали такую закрепочку, пометили так. А потом кудри, чтобы вот тут у нас немножечко оставались, да, то есть я здесь просто помечу 1, 2, 3, 4, 5 и сделаю закрепочку. И здесь 1, 2, 3, 4, 5. То есть, а здесь у нас будут очень длинные такие прядки, которые будут собираться в большой хвост. Здесь у нас будут прядки, просто чтобы вот я их буду выпущу чуть подлиннее, челку чуть покороче, чтобы сформировать нашу прическу. Снимаем пока нашу шапочку от паричка и начинаем вязать. Сейчас вот мы провязали последний столбик. Делаем соединительный столбик и набираем воздушные петли. Каждый набирает самостоятельно по длине вашей куклы. У меня кукла получилась большая, и я буду делать, ну, сейчас попробую набрать 100 петелек воздушных. Если будет мало, то, может быть, будет даже 120. Но вы смотрите индивидуально по своей кукле. Если вы хотите коротенький хвостик, можно сделать поменьше, можно сделать подлиннее, как вам угодно. И опять же, зависит от пряжи, которую вы выбрали на вязание паричка. Ну, как я и говорила, я набрала 120 петелек, потому что я подумала, что вот так вот будет, допустим, для хвоста. Вот это вот будет... у нас, но тут будут кудряшки, и она немножечко приподнимется, поэтому за счет того, что она приподнимется и будут кудряшки, я сделала 120 петелек. Далее во вторую петельку от крючка мы провязываем столбик без накида и возвращаемся по цепочке, провязываем столбики без накида в каждую полупетельку, вот так вот, да, мы провязываем столбики без накида.
и так далее. Провязываем самостоятельно до начала нашей шапочки. Провязала столбиками без накида. Вот такой вот в свободном состоянии получается наша прядка. Далее вот вязали мы до конца и заводим за столбик без накида предыдущего ряда. Вот так, таким образом. Захватываем ниточку, вытягиваем и делаем соединительный столбик. Мы соединились. Следующий полустолбик. За следующий полустолбик мы захватываем, зацепляем ниточку и провязываем столбик без накида. То есть у нас будет сейчас следующая прядка. И снова набираем 120 петелек. И то же самое. И так будем делать по кругу. По кругу до нашего маркера. Здесь у нас длинные прядки, здесь у нас будут покороче прядки, здесь у нас будут коротенькие прядки, челка, здесь опять будет прядки покороче, здесь вот пойдут длинные прядки. И вот таким вот образом мы с вами свяжем паричок. То есть здесь вот до маркера, до этого мы вяжем самостоятельно, здесь уже будем определяться с вами вместе, какой длины нам нужно будет сделать прядку. Итак, мы делаем прядки самостоятельно, как я уже показала. Провязали мы до метки. Теперь мы будем делать височные волосики. Для этого мы соединительным столбиком соединились. Теперь мы провязываем 70 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 5 и так далее, 70 воздушных петелек. Далее 70 воздушных петелек. Теперь во вторую петелю от крючка провязываем также столбик без накида, в следующую петельку второй столбик без накида и в следующую петельку третий столбик без накида, а в четвертую провяжите, пожалуйста, прибавку 2 столбика в одну петлю. Опять провязываем 1 столбик, в следующую петельку 2, в следующую петельку 3 и в четвертую петельку провязываем прибавку. И таким образом мы будем вязать до конца ряда, для того чтобы у нас немножечко посильнее была кучеряшка, нежели вот как вот здесь. Вот таким образом мы провязываем, возвращаемся, значит, по вязанию, по петелькам воздушным сюда, закрепляем за боковую сторону петельки соединительным столбиком, потом следующий столбик мы вытягиваем петельку, делаем столбик без накида и снова 70 петелек. И таким образом мы довязываем, ну тут получится, наверное, 3 таких прядки. Вот, довязываем до следующего маркера, а здесь уже пойдет у нас челка, коротенькая кучерявая челочка. Так что провязываем это самостоятельно, таким же способом делаем прибавки через 3 столбика. Присоединили соединительным столбиком третью прядку с 70 петельками. Теперь будем делать челку. Значит, мы также подхватываем за столбик, за заднюю стенку, вытягиваем, провязываем столбик без накида и начинаем провязывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давайте померяем на нашу куколку, посмотрим, как будет смотреться эта челка. Так, ну я думаю, что 10-12 воздушных петелек, потому что они сейчас у нас будут кучеряшками и они подтянутся. 12 петелек я оставляю. Так, следующее. Что мы делаем?
в обратную сторону, то есть во вторую петлю от крючка, мы будем провязывать в каждый столбик по прибавке. То есть делаем в одну петельку 2 столбика. Следующую петельку 2 столбика и так до конца. В каждую петельку провязываем по 2 столбика. Вот такая вот у нас кудряшка получилась. Сейчас мы за следующий столбик захватываем и делаем соединительный столбик. В следующий за столбик захватываем и провязываем столбик без накида. Снова провязываем 12 столбиков и возвращаемся в каждый столбик по прибавке. Вот, и провязываем до нашего маркера. Здесь мы снова провязываем 3 прядки по 70 столбиков, вернее, по 70 воздушных петелек, и через каждые 3 столбика провязываем прибавку. Здесь мы провязываем по 120 воздушных петель и просто провязываем столбики в каждую петельку. Таким образом, мы сейчас завершим вязание нашего паричка. Делаем это самостоятельно. Провязали последнюю прядку. Вот такой вот у нас паричок получился. Значит, последнюю петельку мы закрепляем и обрезаем нить, оставляя нить для пришивания. Затягиваем здесь петельку. Сейчас мы померяем на куколку наш паричок, как примерно это будет выглядеть. Вот так вот одеваем эту шапочку. Челка у нас приподнимается, мы ее припосадим сюда, либо пришьем, либо на клей можно посадить, можно вот так вот кверху как-то вот так, как челку ее сделать, то есть уложить, это уже на ваш вкус, как вам будет удобно. Так, вообще волосы вот такие получились, но я их буду делать в хвостик наверху, то есть буду приподнимать и буду делать, формировать хвостик. Но это только после того, как я по кругу пришью этот паричок. Пришиваем, захватывая иголочкой петельку на голове и петельку на по краю нашего паричка. Но прежде чем пришивать, возьмите булавочки, поправьте паричок, как он должен у вас смотреться. Приколите булавочками, чтобы оно не двигалось и не передвигалось, чтобы ровненько, красиво пришить
наши волосики. Прическу можно сделать любую, на ваше усмотрение. Медсестра может быть и с двумя хвостиками, можно ей сделать косичку из этих волос, можно сделать хвостик, что я буду делать. Вот эти вот прядки короткие можно оставить здесь на лице, вот так вот. Одну или две, мы три штуки делали, но можно одну из них какую-то, да, прядочку, остальные там, допустим, убрать вверх. Вот. То есть на ваше усмотрение прическу можно сделать любую, как вам захочется. Но я буду поднимать кверху, чтобы закрыть саму шапочку, чтобы вот так вот они были кверху. Вот так вот прядки распределить хорошенько. И потом я их соберу в хвостик на макушку после пришивания. Вот таким вот образом. Вот так вот завязала я хвостик, вот такой вот хвостик. Можно по желанию оставить прядки, вот такая вот. Теперь мы будем сейчас вязать трусики. Итак, будем вязать трусики нашей куколки. Я взяла детскую новинку красного цвета. Вы можете взять любого другого цвета. Крючок я взяла чуть-чуть поменьше, 2,25, и начнем вязать. Делаем рабочую вспомогательную петельку, далее провязываем 3 воздушных петли, 1, 2, 3, в последнюю от крючка петельку, то есть она у нас была первая, провязываем 3 столбика без накида. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. Делаем 1 воздушную петельку, поворачиваем наше вязание, и в первую петельку мы провязываем прибавку. 1 столбик, и сюда же 2 столбик. Потом в следующую петельку мы провязываем просто столбик. И в последнюю вот здесь петельку мы провязываем прибавку. 1 и сюда же 2. Делаем воздушную петельку, поворачиваем вязание. В первую петельку мы провязываем прибавку. 1 и сюда же 2. Далее провязываем 3 столбика подряд. 1 столбик без накида. 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. И в последнюю петельку мы делаем прибавку. 1 и сюда же 2. Делаем воздушную петлю, поворачиваем наше вязание. В первую петельку мы опять провязываем прибавку. Дальше провязываем 5 столбиков. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4, 5. В последнюю петельку делаем прибавку. 1 столбик и сюда же 2 столбик. Делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание. В первую петельку провязываем прибавку. Далее провязываем 7 столбиков. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнюю петельку делаем прибавку. 1 столбик и сюда же 2 столбик. Делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание. В первый столбик мы провязываем 2 столбика в одну петлю, то есть прибавку. Далее мы провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
В последнюю петельку делаем прибавку. Раз столбик и сюда же 2 столбик. Воздушная петля, поворот вязания. В первую петельку провязываем прибавку. Дальше 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В последнюю петельку делаем прибавку. Раз и сюда же 2. Такой треугольничек у нас получается. Делаем еще одну воздушную петельку, поворачиваем вязание. В первую петельку делаем прибавку. Далее провязываем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И в последнюю петельку делаем прибавку. Раз, сюда же 2. Провязываем воздушную петельку, поворачиваем наше вязание. В первую петельку провязываем прибавку и 15 столбиков подряд провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и в последнюю петельку прибавку. Вот такой вот треугольничек у нас получился. Можно примерить ее на куколку. Вот такая, такие вот трусики, стринги. Далее мы будем вязать воздушные петли. Но сначала давайте обвяжем по кругу столбиками без накида. То есть по кругу вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. И теперь у нас мы пришли к вершинке. В эту вершинку мы провязываем 3 столбика. 1 столбик, сюда же 2 столбик, сюда же 3 столбик. То есть как бы у нас идет разворот нашего вязания. И по другой стороне мы провязываем 1 столбик, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Дошли мы до вершинки боковинки. Здесь мы провязываем тоже 3 столбика. 1 столбик, сюда же 2 столбик и сюда 3 столбик. То есть как бы идет разворот. И по верхней части провязываем столбики без накида.
провязали. Далее провязываем ориентировочно 35 столбиков. Раз, воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35. И сейчас мы соединяем вот с треугольником, с вершинкой, вот сюда. Эту петельку. Соединяем с вершиной треугольника. Вытаскиваем и провязываем столбик без накида. То есть мы соединили. Теперь возвращаемся обратно 10 столбиков без накида по цепочке. Раз столбик. Следующую петельку 2. 2. Следующую петельку 3. Следующую петельку 4. 4. Далее 5. Далее 6, далее 7, далее 8, 9 и 10. 10. Так, это мы провязали. Теперь нам необходимо провязать 10 воздушных петелек, ой, 25 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. И теперь нам нужно соединиться вот с этой точкой. Вводим крючок и провязываем столбик без накида. Вот такие вот у нас трусики получились. Закрепляем ниточку, отрезаем ниточку, будем декорировать еще кружевом. Вот такие трусики у нас получились. Сейчас мы их примерим, как это будет смотреться. Это будет смотреться вот так. Вот такие вот трусики получились. Итак, будем вязать лиф. Из две чашечки, вот одну чашечку я связала, добавила сюда элемент декора, можно кружево, можно вот такую ленту. Вот у меня в данном случае вот такая вот органза лента, я разрезала ее пополам, получилась вот такая вот ленточка, и потом я ее буду припосаживать и с обратной стороны припосаживать, либо пришивать, либо на клей сажать. Вот. Одну детальку я уже связала, вы свяжете ее самостоятельно, ниточку обрезала, кончик спрятала. И теперь мы будем вязать вторую часть, вторую чашечку, ниточку не обрезаем. Итак, нам необходимо, значит, делаем рабочую петельку, набираем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков подряд. Раз столбик без накида. Два.
3, 4, 5, 6 и 7. Делаем воздушную петельку и поворачиваем вязание. Теперь мы провязываем 2 столбика подряд, 1 столбик, в следующую петельку 2 столбика. Далее делаем 3 прибавки. В одну петельку 2 столбика, это 1 прибавка. В следующую петельку 2 столбика, 2 прибавка. В следующую петельку 2 столбика, 3 прибавка. И провязываем столбик без накида. И в последнюю петельку столбик без накида. Делаем воздушную петельку, поворачиваем вязание. Теперь в первую петельку мы провязываем прибавку, то есть из одной петли мы вывязали 2 столбика без накида. Далее мы провязываем 2 столбика, столбик в одну петельку, и вернее петельку, и во вторую петельку столбик. Далее мы делаем опять 3 прибавки. 1 прибавка, 2 прибавка и 3 прибавка. Далее провязываем 3 столбика подряд. Первый столбик, второй, третий. И в последнюю петельку делаем прибавку. Воздушная петелька, вязание поворачиваем. У нас теперь в ряду 15 столбиков, и мы провяжем 15 столбиков 2 ряда. Не забываем о воздушной петельке подъема. 1, 2. Так, провязали мы 1 ряд, 15 столбиков, делаем воздушную петлю, поворачиваем, и еще 1 ряд мы провязываем 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Примерим к нашей куколке. Вот это у нас низ, вот это верх. Прикладываем к груди, под грудь. И у нас вот такая вот чашечка получилась. И вот такая. Делаем декор. Буду использовать вот такую вот ленточку, кружева у меня не оказалось. Будем сейчас декорировать.
Провязываем по боку, нам вернуться нужно вот сюда, соединительными столбиками. Теперь вот по низу нашей чашечки мы проходим 8 соединительных столбиков. Раз соединительный столбик, 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7 и последнюю петельку 8. Провязали 8 соединительных столбиков. Кончик обрежем. Восемь соединительных столбиков. Теперь провязываем 24 воздушных петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Далее. Мы присоединяемся вот к этой точке. Вот сюда. Соединительным столбиком, раз, и еще, в общем, 7 столбиков. Раз соединительный столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и закрепляем ниточку.
Здесь я тоже, наверное, воспользуюсь клеем.